Артисты ансамбля «Песни и пляски» Центрального военного округа дали концерт в Сургуте. Патриотическими и народными песнями коллектив открыл цикл праздничных мероприятий, приуроченных к 77-й годовщине Великой Победы. На сцене Сургутской филармонии помощник начальника военно-политического управления ЦВО Владимир Гусев, действуя по приказу командующего войсками, в качестве подарка городу вручил офицерские кортики главе Сургута Андрею Филатову. Аналогичные презенты попросили передать генеральному директору акционерного общества «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову и ветерану вооруженных сил России, полковнику запаса Рашиту Абрарову. Это награда города, я благодарен за такой подарок. Пожелание почаще, чтобы были такие концерты, а, конечно, впечатление сегодня передалось со сцены. Это такое внутреннее какое-то беспокойство, какое-то внутреннее уважение или такое просыпающаяся память. Важно не только поднимать патриотический дух, а по-настоящему рассказывать о наших корнях, о нашей культуре, о наших ценностях, о нашей правде. Понимаете, в чем дело? Есть манипуляция, а есть правда. Вот мы сильны тем, что у нас есть настоящая фундаментальная правда. Вот именно еще в таких мероприятиях это все раскрывается, и ты по-настоящему, каждый присутствующий, это чувствует. Репертуар подбирали, ориентируясь на ветеранов, юнармейцев, учитывали и пожелания поклонников творчества. Как сказал капитан ансамбля «Песни и пляски» ЦВО Антон Шолохов, сургутский зритель отличается, цитата, «какой-то сибирской прямотой и честностью». Праздничную программу артисты составляли накануне мероприятия, предварительно ознакомившись с портретом слушателей. За полтора часа военный коллектив исполнил 20 композиций. Каждая программа ансамбля составляется практически на месте, исходя из многих факторов. То есть мы, когда летим куда-то на гастроли, у меня есть определенный репертуарный список. И когда мы приезжаем на площадку, это зависит и от технических возможностей, и от того, кто находится в зале, какой контингент по возрасту, по сфере своей деятельности. И исходя из этого, я уже накануне концерта, я уже принимаю решение, составляю программу. Чем отличается зритель Сургута? Какой-то сибирской прямотой и честностью, я бы так это сказал.